завершаем с надеждой. С надеждой на то, что творчество Александра Барыкина всегда будет с нами, всегда будет нам помогать. И без него просто никак. Он песни создавал, он пел их задушевно, он радость раздавал легко, свободно, щедро. Прощанье горек час, скорбим мы об утрате. Певец ушел от нас, но песни мы подхватим. Александр Барыкин. Дорогие друзья, я напоминаю, что организатор сегодняшней нашей встречи Олег Успенский, вел программу Михаил Слуцкий. До новых встреч, а встретимся мы обязательно. Всего доброго. Thank you.